В июньском календаре есть профессиональный праздник. 8 июня отмечается День социального работника. Его отмечают сотрудники разных учреждений, главная работа которых – заботиться о других. В районе ежегодно этот праздник отмечают сотрудники Управления социальной защиты администрации района, Управления Пенсионного фонда России, люди, работающие в социальных учреждениях. 9 июня в районном доме культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Празднование вашего профессионального праздника – это знак признательности, достойного внимания к людям, наделенным особой миссией – помогать и защищать, которые готовы пропустить через себя боль и тревогу другого, подставить свое плечо и подать руку помощи человеку, оказавшемуся в беде. Поэтому сегодня в зале, в нашем зале, так светло и сердечно. Праздником вас, дорогие друзья! Днем социального работника! В этот день чествовали представители профессии, которые не на словах, а на деле ежедневно демонстрируют лучшее качество души. Бескорыстие, милосердие, самоотдачу. В социальной сфере не может быть случайных людей. Это труд по призванию для тех, кто целиком отдает себя заботе о других. Я хочу вас поблагодарить за ваш труд, пожелать вам, несмотря ни на что, и всегда хорошего настроения, чтобы у вас всегда светились и радовались всему глаза, несмотря на какие-то маленькие, может быть, трудности, которые вы в жизни тоже испытываете. Хочу, чтобы у вас все получалось. И особо я хочу поздравить ветеранов отрасли. Здоровья, благополучия, счастья. Социальных работников с профессиональным праздником поздравила председатель районного совета депутатов Любовь Заспа и вручила благодарность губернатора Красноярского края за заслуги в области социальной защиты Валерию Саковцеву, руководителю управления социальной защиты населения, и благодарственное письмо губернатора Красноярского края Светлане Бармашовой, начальнику отдела по социальным вопросам управления социальной защиты населения. Поздравив присутствующих с праздником, заместитель главы района Татьяна Родькина вручила почетные грамоты отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю и Министерства социальной политики Красноярского края Марине Сташевской, Ольге Тихоненко, Наталье Ермолаевой, Светлане Афониной, Надежде Кнауп, Валентине Курсаковой, Надежде Проскуриной и Елене Черкашиной. В этот день прозвучали поздравления и от руководителей учреждений Марины Долматовой, Валерия Саковцева, своим сослуживцам и ветеранам. Еще более 30 человек получили почетные грамоты и благодарственные письма районного совета депутатов и главы района. Общим замечательным подарком стал праздничный концерт.